Я считаю, что это еще и огромнейшая ответственность. Огромнейшая ответственность, потому что я воспринимаю эту награду, которая вручается год 70-летия Китайской Народной Республики, 70-летия дипотношений, мне как человеку, который из своих юных лет прошагал все эти 70 лет вместе с Китаем. Я хочу сказать, что эта награда принадлежит всем тем миллионам россиян, которые верят, что Китай – это наш друг, и верят в дружбу с этой великой страной, с этим великим народом. А число таких людей год от года растет. Наша главная задача – содействовать взаимопониманию, взаимодоверию и расширению общественной базы наших двухсторонних отношений, деятельность народной дипломатии, так же, как и гуманитарное сотрудничество – это одна из трех опор. Вместе с доверием политическим, вместе с торгово-экономическим сотрудничеством в развитии наших нынешних, сегодняшних отношений, которые уже названы отношениями взаимодополняемости стратегического взаимодействия в новую эпоху. Без этого не может быть прогресса в отношениях.